13.07 в Кирове на 101 FM, программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня сегодня Михаил Курашин, директор дирекции загородных лагерей и вице-спикер ОЗС 5-го созыва. Михаил, добрый день. Добрый день. Я напомню, как можно с нами связаться. Во-первых, на сайте echokirova.ru можно задать вопрос нашим спикерам. Для этого существует раздел «Анонсы», можно писать туда. Также на сайте есть прямая аудио- и видеотрансляция, где вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Ну что, Михаил, говорить мы сегодня будем преимущественно о предстоящем оздоровительном сезоне, потому что впереди лето, школьники поедут отдыхать в загородные лагеря. Но начать я, наверное, хочу с другого. Вот для меня дирекция загородных лагерей, наверное, это такая загадочная структура. Раньше, насколько я понимаю, все лагеря функционировали сами по себе и подчинялись департаменту в правительстве области. Теперь они объединены в дирекцию. Что это дало с точки зрения эффективности? Давайте начнем с того, что на самом деле идея дирекции, она родилась, ой, не соврать бы, лет, наверное, может быть, 10, может быть, чуть побольше назад, когда зашла речь о том, что необходим какой-то орган, который бы помогал в разработке и методическом сопровождении программ, чтобы программы были интересные, полезные, чтобы, собственно, родители понимали, кто учит, там, кто работает с детьми, кто учит детей и так далее. Ну, эта идея была на уровне обсуждений, долгое время затихала, там, заново всплывала. Вот. И потом уже в конце 2015 года она трансформировалась в идею той дирекции, которую вот, там, сейчас мы ее продолжаем. В чем, собственно, суть, может быть, в чем идея? На самом деле речь идет в первую очередь о лагерях, которые раньше базировались на государственной собственности, на областной собственности, были самостоятельными областными унитарными предприятиями и там существовали уже как КГУП, там лагерь такой-то и так далее. К сожалению, и это было признано всеми, подобная ситуация привела к тому, что лагеря практически не контролировались, потому что там имущество, за имущество у нас отвечает одно министерство или департамент, за содержание отвечает другое, там, за распределение субсидий третье, и в результате получается, что общий контроль за деятельностью КГУПов, он никоим образом не осуществлялся. Для того, чтобы упорядочить эту ситуацию, было принято решение объединить областные лагеря в единую структуру с единым юрлицом, которая, собственно, и будет выполнять все функции, переданные и от Министерства имущества, и от Министерства образования с точки зрения управления государственным имуществом, сохранением, развитием государственного имущества, разработкой программ детского отдыха, оздоровления детей и подростков, развития этой системы, методическое, информационное сопровождение и так далее. То есть, вот, собственно, наверное, ключевая идея, еще, наверное, одну из таких целей глобальных, наверное, надо обозначить. На самом деле дирекция в том числе создавалась как своеобразный такой переходный механизм, позволяющий за период работы найти более оптимальную форму управляющей компанией. То есть, что это будет? Будет ли это дирекция? Либо это там какие-то иные структуры там могут возникнуть, потому что мы говорим о том, что лагеря, есть лагеря, которые там, на сегодняшний момент ведет сама дирекция, да, там как лагеря, есть лагеря, которые переданы в аренду, я думаю, что об этом тоже многие знают. И поэтому всегда было там, интересно понять форму управления вот этими лагерями с точки зрения одного единого юрлица. Поэтому вот три ключевые цели. К сожалению, и опять же по оценке, наверное, большинства, коим и я себя относил, предыдущий период оказался не совсем удачным для старта дирекции, в первую очередь, потому что она создалась слишком поздно. То есть она создалась в апреле, и получилось, что фактически вся оздоровительная кампания 2016 года проходила, с одной стороны, под там, уже брендом существующей дирекции, а по факту всю подготовительную работу, включая там, продажу путевок и все остальное, лагеря делали самостоятельно. В результате появилась такая некая чехарда, в которой там, желающие находили там, слабые стороны, ошибки и делали акцент на этом. И там, конец прошлого года, осень, зима прошлого года прошли под таким брендом критики дирекции
критики смысла создания этого дирекции, что вот как бы так дирекция себя никак не проявила, а там, в результате лишь каким-то образом попыталась разрушила существующую уже там практику организации детских лагерей. На самом деле с этой критикой я отчасти и в большей мере не согласен, потому что все-таки роль дирекции на предыдущую оздоровительную кампанию была минимальна. Вот. И поэтому там, то, с чего в принципе с октября-ноября начинали мы делать, это попытались все-таки для начала прорисовать вообще структуру, каким образом необходимо организовать работу дирекции. То есть первое там действие, которое мы привели, это то, что все-таки мы собрали все лагеря в одном месте, а не как офисы лагерей, имеется в виду, а не как это было до этого, когда хоть и находились в одном здании, но были разбросаны кто где. Это первый момент. Второй момент – это переход на единую бухгалтерию в полном объеме. И это позволило, по крайней мере, сейчас иметь данные необходимые. Там, не только успешно закончить там, 2016 год с точки зрения там, налоговых отчислений и всего остального, но и там, отчитаться в том числе перед учредителями по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности. Буквально месяц назад было заседание как раз балансовой комиссии Министерства образования, где там, итоги были признаны удовлетворительными. Ну и, соответственно, дальше. То есть мы дальше перешли на единое планирование с точки зрения работ, которые необходимо провести по лагерям. Это и подбор персонала, это и строительная работа. Мы вынуждены были, согласно законодательству, переходить на закупочную систему в рамках 44-го закона. И об этом, наверное, тоже можно долго говорить, о том, что там, насколько он не подходит к данной тематике. Вот, то есть, собственно, с ноября прошлого года мы сейчас пытаемся выстроить некую все-таки единую структуру. К сожалению, она оказалась неприемлемой для бывших директоров. И там об этом многие говорят, многие задают мне вопросы, многие тоже на эту тему пытаются там различную информацию, в том числе там спекуляции выдавать. Директора бывших унитарных предприятий, лагерей, да, то есть практически в полном составе сменились. Потому что в данном случае... Они сменились по вашей инициативе? Либо я бы сказал так, в основном менялись по обоюдной инициативе. Да, то есть, когда, условно говоря, я пытаюсь нормализовать систему финансового контроля или там хозяйственного контроля, и понимаю, что с точки зрения там передачи информации от бывшего лагеря там в дирекцию сталкивается с проблемами там, когда этой информации либо нет, либо она там каким-то умышленным образом не передается. Но там сказать, что там хоть кого-то я выжил или кого-то уволил, там этих фактов нет. То есть мы со всеми договаривались, со всеми проговаривали ситуацию. И поэтому там их уход там я не связываю со своим появлением и не связываю с какими-то субъективными факторами. Это объективный фактор. То есть руководители не захотели работать в системе контроля. Ну, то есть они не приняли новую систему, да, работы. Да. Поэтому на сегодняшний момент состав руководителей обновился, и как бы так, здесь уже я очень надеюсь, что эти люди, которые пришли, они будут уже там продолжателями, с одной стороны, традициями, с другой стороны, приносителями нового, что тоже в лагерях достаточно важно. А вот, Михаил, нам нужно сейчас с вами прерваться на небольшой перерыв. Я напомню, что это директор дирекции загородных лагерей Михаил Курашин. Говорить мы сегодня будем в основном о предстоящей оздоровительной кампании. Сейчас небольшой перерыв, через минутку вернемся в студию. Мы возвращаемся в студию. Это особое мнение Михаила Курашина, директора дирекции загородных лагерей. Говорить мы сегодня будем о предстоящей оздоровительной кампании. И в первой части программы мы как раз обсудили создание единой дирекции, что это дало с точки зрения эффективности. Дирекция отвечает за 8 лагерей областных, которые подчиняются правительству Кировской области. Вот, Михаил, еще один приведу аргумент ваших оппонентов, что на содержание дирекции загородных лагерей, собственно, нужны деньги. И зачем было создавать структуру, которую еще нужно кормить, когда все эти лагеря, в принципе, и так работали на самоокупаемости? Угу. Ну, давайте начнем с того, что там, когда
Опять же, говорят о том, что там нужно кормить, кормить никого не нужно. Там мы, как и, собственно, лагеря, работаем тоже на самоокупаемость. То есть у нас нет ни копейки бюджетного финансирования, связанного с содержанием. Да? То есть все, что мы тратим, это мы тратим как раз средства, заработанные от коммерческой деятельности. Ну, прибыль, которую генерят лагеря. Вот. В данном случае, опять же, если мы там возьмем структуру расходов, да, то мы там не забываем, что лагеря, несмотря на то, что они отрабатывают 3 месяца, все остальное, весь остальной период тоже требует затрат. Это оплата коммунальных, это содержание штата, это подготовительная работа и так далее. И поэтому там в структуре затрат дирекции было и остается основные затраты, связанные как раз вот с содержанием лагерей. Все, что говорить о каких-то дополнительных тратах, ну, могу сказать, что вместо большого количества людей, которые там работали во всех лагерях, в том числе в межсезонье, да, там на сегодняшний момент управление дирекции составляет 12 человек. То есть это люди, которые организуют централизованные закупки, это люди, которые организовывают ремонты, это люди, которые ведут бухгалтерский учет, и люди, которые ведут кадровый учет. Поэтому там о больших каких-то расходах, связанных с содержанием дирекции, речи нет. Мы там не им, там, приобретаем как, дополнительных там, каких-то ресурсов. Вот, если там кто был у нас в офисе, знает, что у нас очень много мебели, которая в принципе, ну, скажем так, бэушного плана. Да, то есть мы не оборудуем все дорогих офисов. Машины, которые использует дирекция исключительно для своих задач, это машины, которые не используются в межсезонный период в лагерях. То есть мы не приобретаем машины, у нас нет там дорогих иномарок. У нас там мы ездим на отечественных машинах, там, грантах, газелях, квазиках и так далее. При том, что мы их приводим в соответствие, да, то есть мы их ремонтируем. Ну, вот не хочу ничего там плохого говорить о предыдущем, но когда мы там, предположим, берем, там, проводим инвентаризацию и выявляем там, тот же автотранспорт и смотрим на его техническое состояние, становится просто грустно. Потому что эта машина, в принципе, которая еще не старая, но она находится в таком состоянии, что ее уже никто не использует. Да, там, и она как бы так просто начинает тихо ржаветь. Мы забираем эту машину, мы приводим ее в состояние, мы приводим ее в соответствие, и там, летом мы будем передавать их обратно в лагеря. То есть я считаю, что там от этого тоже есть определенная польза. Поэтому там все, что касается расходов, связанных с дирекцией, я считаю, что они экономически обоснованы, они выдержаны с точки зрения плана финансово-хозяйственной деятельности в пропорциональных отношениях там, к объему затрат, но там результат намного больше, чем может быть. Если сравнивать с самостоятельной работой, ну, здесь, опять же, сейчас и комиссии проходят, и как бы так сами мы непосредственно этой весной участвовали в подготовительных мероприятиях. Я вам могу сказать, что по там, тем лагерям, с которыми работает дирекция, в которых работает дирекция, да, там, после того, как мы вскрыли для ремонта там, помещения, ну, это очень грустное зрелище. А это, еще раз повторяю, не частные какие-то имущества, это государственное областное имущество. И это имущество в таком состоянии находится, что там через, если оставлять все как есть, там, через 5 лет мы будем говорить о том, что мы будем закрывать лагеря. А о чем конкретно вы сейчас говорите? Это что? Это жилые корпуса? Это кухни? Это все. Это весь комплекс. Это начиная от состояния жилых корпусов и заканчивая состоянием территории. Потому что, как бы так, территория, на которой там может находиться какая-нибудь несанкционированная свалка, организованная самим же лагерем, да, там, это большое количество несанкционированных и несогласованных с Министерством имущества самостроев, которые появляются и там чаще всего либо там обеспечивали нужды там действующего руководителя, либо использовались для там незаконной предпринимательской деятельности, когда предоставлялись услуги в межсезонье, то есть базу отдыха и так далее. То есть то, что там, условно говоря, проходило мимо касс. Поэтому вот с этим всем приходится сталкиваться. Есть ли смысл там, можно ли было это сохранять? Ну, если совсем, как говорится, наплевать на имущество, то, наверное, можно было. Но если, как бы так, задачу поставить несколько по-другому, о том, что и задача, которая ставится и в том числе там, федеральной власти, что у нас ежегодно должны улучшаться и условия, и количество детей, получающих возможность отдыхать, ну, я считаю, что вот при таком раскладе это было бы нереально. А, Михаил, тогда вопрос логичный. Этой зимой, весной, проводились ли ремонты, что ремонтировали и где?
Могу сказать, что вот в настоящий момент как раз сейчас завершается стадия подготовки, в том числе ремонтных работ. Те четыре лагеря, которые ведет непосредственно сама дирекция, они полностью проведены, все необходимые ремонты с точки зрения текущих ремонтов и косметических ремонтов, необходимых для запуска лагеря, и составляется список капитальных ремонтов на осенний период. Сразу хочу сказать, что в отличие, предположим, от предыдущих периодов, объем средств, затраченных на ремонтные работы весной, превышает в среднем в 2-3, где-то и в 5 раз, чем это было в прошлые годы. А что это за 4 лагеря, где были ремонты? Что конкретно вы ремонтировали? Расскажите. Ну, там 4 лагеря. Это лагерь «Белочка» в Слободском районе, это лагерь «Березка» в Кирово-Чепецком районе, это лагерь «Мир» в Юрианском районе, лагерь «Солнечный» в Вятско-Полянском районе. Что ремонтировать? Ну, во-первых, там полные ремонты корпусов. Это замена стен, полов, там, потолков, где это необходимо, крыш, где это необходимо, крылец, приобретение, докупка нового инвентаря, кровати, матрасы, подушки. Это ремонты в клубах, ремонты в пищеблоках. Это получение, чего, кстати, в большинстве лагерей не было, всей необходимой документации на использование скважин, на качество воды, на медицинские пункты. То есть вот эта вся работа, которая, в принципе, была проведена. Она, ну, вот в настоящий момент, еще раз, там, до 30 числа пока есть срок все это завершить, но там, если выехать в любой лагерь, а, собственно, там, мы всегда говорим родителям, если вы там сомневаетесь, куда, там, в каких условиях будет жить ребенок, вы имеете право приехать в лагерь и посмотреть, походить, пощупать, понюхать, там, где он будет жить. То есть можно выехать, посмотреть, в каком состоянии они находятся сейчас. А, скажите, вы подсчитывали каким-то образом, сколько удалось сэкономить за счет, ну, вот таких централизованных закупок? Ну, эту экономику мы будем делать в более поздний период, потому что основная часть результатов мы будем получать уже в процессе закупок по товарам и услугам, необходимым для организации лагеря. То есть, в первую очередь, это питание. То есть, это основной блок. Поэтому там полный анализ, он будет представлен в конце сезона. То есть, грубо говоря, в августе месяце мы будем готовы сказать о том, сколько мы там сэкономили или не сэкономили, как покажет ситуация. Да? То есть, за счет того, что вот мы там использовали единую систему закупок. А вы можете назвать цифру, вот, бюджет дирекции на год? Бюджет дирекции на год. Ну, я вам могу по там, опыту прошлого, по итогам прошлого года сказать, когда выручка составила 102 миллиона, расходная часть составила 91 миллион, то есть, грубо говоря, там, порядка 11-12 миллионов это осталась прибыль, которая, опять же, ну, нужно понимать, что это не прибыль, которая идет в карман, это прибыль, которая используется на содержание аппарата и содержание лагерей в межсезонье, то есть период с, там, с сентября по май. То есть это и выплата налогов, это и проведение осенних капитальных ремонтов, это и сохранение персонала, охрана персонала, это содержание с точки зрения пожарной безопасности лагерей. Ну и помимо всего прочего, то есть по итогам прошлого года дирекция заплатила в казну Кировской области, то есть как унитарное предприятие обязано отчислять часть прибыли, порядка 1,8 миллиона. То есть это больше, чем было заявлено в плане финансово-хозяйственной деятельности. А сколько из общих расходов дирекции на содержание всех лагерей и так далее занимает именно, ну, оплата труда новых сотрудников, которые пришли работать в дирекцию? То есть тех людей, которых раньше не было. То есть функционирование самой дирекции. Ну, я там понимаю ваш вопрос, да, там, ну, фраза о том, что там новых сотрудников выделить очень тяжело. Могу сказать, что с мая у нас вступило действие новое штатное расписание. Согласно там этому новому штатному расписанию, там численность постоянных сотрудников, имеется в виду там то, что называется АУПом, да, там она сокращается, потому что и моя позиция заключается в том, что лучше там иметь двух профессионалов и платить им более высокую зарплату, чем иметь 10 человек и там при низкой компетенции и качестве. Поэтому там в каком соотношении, ну, наверное, там я сейчас не готов об этом сказать. Ну, то есть вот сколько, я не знаю, там миллионов рублей
за прошедший год было потрачено на функционирование самой дирекции, вы не можете сказать? Это нет. Тут, Юля, очень тяжело говорить, потому что, ну, вот как можно разделить, ну, грубо говоря, вот осталось 11 миллионов, да, там, как мы это должны разделить? Если мы берем просто зарплату персонала, ну, еще раз говорю, в штате сохранились директора, да, там, в межсезонье, кочегары по отдельным лагерям, сторожа, да, там, водители, которые там необходимы, те, кто постоянные работники, с одной стороны, они сохранились, и, соответственно, их можно отнести к категории АУПа, с другой стороны, это персонал, который, собственно, отвечает за содержание лагеря в межсезонье. Если мы берем, предположим, ситуацию по там, расходным, свет, там, охрана и так далее, это чисто лагерные расходы, да, там, это не расходы, точнее, львиная доля, да, то есть там, расходы самой дирекции на там, свет, содержание, охрану, там, они копеечные по сравнению с тем, как это, там, какие расходы в лагерях. Поэтому, там, ну, там, заявлю я вам, там, 5%, ну, это может оказаться там плюс-минус, но точно там не 50, не 100%. Ну, я имела в виду именно вот новых людей, да, которые пришли работать в дирекцию, но я поняла, что, видимо, вы эти расходы для себя не выделяете. Фраза просто... Нет, вопрос о том, что мы понимаем под фразой «новые люди». Ну вот, допустим, смотрите, раньше было X лагерей, не было дирекции, то есть, ну, не было позиции директора дирекции, допустим, который, ну, вот смотрите, получал зарплату. Хорошо, давайте так. 8 директоров. На сегодняшний момент у меня их 4. 8 бухгалтеров. На сегодняшний момент у меня 4 бухгалтера. Да, там. Если мы берем категорию там, заместителей директоров, которые были раньше, там на их месте у меня появился, предположим, отдел закупок и отдел продаж. Ну, то есть вы неким образом структуру человека оптимизировали? Мы ее привели, подстроили именно под дирекцию с точки зрения решения задач не одного лагеря, а всех лагерей. Потому что если мы говорим, предположим, про отдел продаж, который у нас является своеобразным рекламным отделом, то он работает и рекламой по всем лагерям, включая там Вятские поляны, и продажу организует на все лагеря. То есть не нужно иметь отдельного там специалиста в каждом лагере. Это там один человек. И как бы так, если мы говорим о закупках, опять же, не нужно иметь завхоза на постоянной основе там в каждом лагере. У меня там 2 человека сидят на закупках, и как бы так, они выполняют всю эту задачу. Хорошо, я поняла вас. Напомню, что это особое мнение Михаила Курашина, директора дирекции загородных лагерей. Во второй половине программы мы обязательно поговорим о том, что же ждет детей в этом оздоровительном сезоне, чему их научат, чем они будут заниматься в лагерях, где покупать путевки и сколько же сейчас стоит отправить ребенка в лагерь. На рекламу уходим, через 2 минуты вернемся. Мы продолжаем программу «Особое мнение». В студии Михаил Курашин, директор дирекции загородных лагерей. Михаил, давайте поговорим тогда о предстоящем оздоровительном сезоне. Что ждет детей в загородных лагерях? Ну, если в целом, наверное, брать оздоровительную кампанию в Кировской области, то первое, что следует отметить, в том, что там, в прошлом году у нас появилось несколько новых лагерей, и в этом году у нас тоже появилось несколько лагерей. Это не в дирекции, а в целом загородных лагерей. В Кировской области, да. То есть это, наверное, с точки зрения родителей, с точки зрения детей, хороший знак. Там, ну, там для нас это, там, может быть, не столь радостное событие, потому что есть свои нюансы, связанные с финансированием со стороны государства оздоровительной кампании. И мы понимаем, что когда, грубо говоря, там, участников 20 – это там одни суммы, когда участников 23 – это уже меньшие суммы. Да? То есть, ну, тут там, я за здоровую конкуренцию. Вот. Если говорить о лагерях и дирекции, ну вот здесь, наверное, следует начать с того, что из тех 8 лагерей, которые находятся в дирекции, мы 4 сдали в аренду. Это была инициатива различных структур, общественных профсоюзов, общественных организаций, профсоюзов бизнеса о том, что они готовы взяться за организацию детского отдыха на базе, там, лишь бы им была предоставлена база. И мы предложили им эту базу на, я считаю, взаимовыгодных условиях, когда у них есть возможность зарабатывать на этой базе, сохраняя профиль, то есть сохраняя детские загородные лагеря. А мы имеем возможность, с одной стороны, привлечь их деньги в содержание материально-технической базы, а также получить аренду для того, чтобы
самим уже вкладывать в материально-техническую базу лагерей, которые находятся, остались, собственно говоря, в нашем ведомстве. А что это за бизнесы и общественные организации, которые занимаются также отдыхом наших детей? Ну, у нас 4 лагеря. Это лагерь «Орленок», там представитель бизнеса, общество с ограниченной ответственностью, которое, в принципе, участвовали и выиграли через открытый аукцион. Права аренды. Да. То есть при всем при этом там приятно, и там везде об этом говорю, что там, чтобы показать эту конкуренцию, цена на аренду в процессе аукциона выросла на 32%. То есть это там серьезный скачок. Серьезная борьба. А озвучьте эту цифру. Ну, я считаю, что это, наверное, не совсем правильно будет. Да? То есть там она является там, не относится к вопросам организации детского отдыха. Вот. А 3 других лагеря. В одном лагере находится общественная организация. Это лагерь «Живая вода», общественная организация «Патриот», которая уже второй год там существует, и она действительно вкладывается много в материально-техническую базу. А 3 лагерь – это тоже общественная организация. И здесь как раз вот группа бывших директоров выступила с предложением о том, чтобы им отдали этот лагерь для того, чтобы они могли работать. Это ассоциация организаторов детского отдыха. И 4 лагерь – это лагерь, который получил правком одного из заводов, завода «Сельмаш». Это тоже традиционная структура, которая там и в советские времена, и в последующие времена занималась организацией лагерей. Поэтому с точки зрения аренды представлены, наверное, все представители всех видов организаций, которые раньше занимались этой работой. Там. И мы очень надеемся, что все отработают хорошо. То есть, несмотря на то, что вроде как как говорится, мы получаем аренду, и голова у нас не болит, а на самом деле там, я и весь наш коллектив переживает за то, как там проходит. То есть мы на постоянной связи, возникают вопросы, ищем какие-то выходы из проблемных ситуаций. Буквально там, в конце апреля совместно с Министерством спорта и молодежной политики на нашей базе был организован семинар, где мы приглашали все лагеря, включая арендаторов, и выступали представители надзорных и прочих структур, которые рассказывали о требованиях. То есть там, переживания есть. И я, там, ну, видя ситуацию и серьезность, с которыми эти ребята там взялись за дело, могу сказать, что, собственно, наверное, все будет хорошо. Что касается наших лагерей, ну, могу сказать, что, там, во-первых, там, не нужно ждать какого-то прорывного там, действия. То есть ситуация с точки зрения материально-технической базы сильно не поменялась. Мы очень надеемся, что там, через год мы сможем за счет капитальных вложений где-то кого-то и удивить. Но там, пока, в настоящий момент, мы в большей мере приводили в соответствие и там, получали все необходимые документы для того, чтобы лагеря полноценно считались там, принятыми и полноценно обеспечивали те параметры безопасности по содержанию и нахождению детей, которые предъявляются. То есть, вот, собственно, на этом наша весенняя кампания подготовительная была сосредоточена. Мы попытались привлечь в своих лагерях новых людей к разработке программ. Понятно, что есть сильные программы, от которых там, грех отказываться, и они там традиционно, предположим, в том же лагере «Березка», когда 4-я смена танцевальная, собираются различные танцевальные коллективы. В лагере есть специальное помещение, специальные залы для занятия танцами, там, как они, не помню, как они правильно называются, вот, то есть с необходимыми там зеркалами, со всеми, вот, там, эта программа любимая, эта программа популярна, и, соответственно, она есть, но, кроме этого, и разрабатывается новая программа, буквально вот, в марте месяце была достигнута договоренность в Вятских Полянах, между различными там, администрациями, военно-патриотическими клубами и так далее, о том, что 4-ю смену в лагере «Солнечном», она будет специализирована, военно-патриотическая, объединяющая большое количество таких патриотически направленных структур. Это и общественные клубы, организации, это и патриотические клубы, и там, воинские части и так далее, военкоматы. То есть мы очень надеемся, что эта программа тоже понравится, и там, на следующий год, если все будет успешно с точки зрения принятия этой программы, она станет такой традиционной. А какие еще интересные программы? Ну, предположим, в лагере «Мир» планируется вообще изменить своеобразный концепт. Вот идея, которая сейчас отрабатывается, она получит не только содержательную, но и визуализацию непосредственно в самом лагере, это
сделать лагерь своеобразным миром, в котором показывают разные страны. То есть каждый корпус будет оформлен под там, конкретную страну. У нас уже достигнута договоренность с кировским представительством Министерства иностранных дел о том, что очень хочется, чтобы лагерь проходил под патронатом кировского МИД. Да, то есть уже достигнута договоренность, что туда будут привозить тех гостей зарубежных, которые приезжают в Кировскую область, для того, чтобы они встречались с ребятами, там, общались с ребятами. Мы там надеемся привлечь туда и языковые школы, чтобы ребята и учили. То есть вот это такое концептуальное изменение. А предполагается какое-то софинансирование, например, там, от правительства, либо от дирекции, стоимости путевок? Ну, а все, что касается стоимости путевок, здесь на самом деле, там, я считаю, что там дирекции есть чем погордиться, да, там. Во-первых, мы еще зимой объявили о том, что мы точно замораживаем цены на уровне 2016 года и не будем ее поднимать, что вызвало бурю негодования у ряда директоров, не кировских, не дирекций, да, там. Но в то же время все вынуждены были с этим считаться. Там. Последующее наше движение говорило о том, что мы установили разные цены на разные путевки, что, собственно, чем попытались отрегулировать заполняемость смен там, в течение летнего сезона. На сегодняшний момент я могу сказать, что мы предлагаем вообще уникальные цены. Если, предположим, мы заявляли стоимость путевки как 18 600, то на сегодняшний момент на первую смену во все свои лагеря мы предлагаем путевки по 9 000. Ну, то есть вы хотите сказать, что вторая часть этой стоимости, кто ее доплатит? Никто. То есть есть субсидия 7 600, а там разницу в 2 000, которая возникает, это мы за счет своей прибыли. Ну, субсидия от, там, от правительства, в рамках, да? Госпрограммы. В рамках госпрограммы. Да. Но этой субсидии хватает на самом деле на 50% путевок. Поэтому, собственно, там, для нас это тоже определенные риски, что если субсидия там закончится, а там, мы уже заявили о цене, то, соответственно, получается, что всю эту разницу мы будем компенсировать сами. Плюс ко всему, там, мы пошли навстречу Министерству социального развития, которое тоже организует отдых в наших лагерях, и там встал вопрос о том, как можно было бы обеспечить доставку детей из районов области сюда. То есть мы предложили варианты, и проработали, и договорились о том, что районные центры соцзащиты получают свои же муниципальные школьные автобусы, за которых мы там, которым мы компенсируем расходы, связанные с перевозкой этих детей. То есть это там выход, потому что там перевести там группу детей это там, ну, достаточно сложно с точки зрения требований закона. Школьный же автобус там с сопровождением все это позволяет соответствовать. А вот у нас буквально с вами осталось 2 минуты до конца эфира. Я всегда считала, что на путевки в загородные оздоровительные лагеря, ну, такой некий дефицит в области, вот в этом году, сколько детей отдохнет. И, ну, вы чувствуете уже по себе, что путевок там не хватает на всех желающих? Давайте так, на самом деле, я считаю, что у нас последние несколько лет идет ситуация снижения спроса на путевки. В первую очередь это связано с низкой платежеспособностью населения. И ситуация осложняется еще и тем, что, вот, как я уже говорил, там, объем субсидированных путевок там, обычно не превышает 50%. Там, в зависимости от лагеря, в зависимости от того, как они там себя позиционируют, бывает примерно 50-70%. То есть вот там эти путевки будут выкуплены все непременно. Все, что касается путевок остальных, то вот тут возникают сложности. То есть, конечно, там профильные смены, есть какие-то организованные группы, но они не обеспечивают полного покрытия. Поэтому, ну, может быть, я там сделаю несколько пессимистичное заявление. Я думаю, что показателей по отдыху детей будет немногим, может быть, больше, чем бы это было в прошлом году. И это не соответствует нашим желаниям и тем возможностям лагерей, которые есть. То есть мы готовы там принимать там полную заполняемость. Предположим, там наши 4 лагеря, это примерно 6 тысяч детей за 4 смены. Почему мы идем по пути снижения стоимости? Это вот там возможность хоть каким-то образом там привлекать родителей, которые еще сомневаются.
А что нового вы еще привнесете в работу лагерей, ну, помимо того, что вы пытаетесь запускать новые программы? У нас достигнута договоренность с Министерством спорта и молодежной политики о том, что в этом году мы пока на своей базе, на базе своих лагерей, опробируем программу проведения мониторинга и оценки эффективности, качества менеджмента и качества содержания детских оздоровительных лагерей. То есть в настоящий момент разрабатывается методика проведения. Я имела в виду для детей. А это в первую очередь для детей. Да? То есть, потому что в данном случае это будет позволять работать и методическим службам, это будет позволять работать и менеджерским службам с точки зрения повышения качества. То есть вот основная цель в этом не каким-то образом там преследовать лагеря, в которых там низкое качество программ там, или там какие-то другие проблемы, а именно с точки зрения помогать. Поэтому вот в этом направлении мы идем. Что еще мы там готовы предлагать? Ну, опять же, на уровне проекта у нас существует. В этом году мы хотим попробовать интернет-радио на наших 4 лагерях. Да, то есть объединить 4 лагеря одним радио. Ну, плюс уже изъявили желание еще несколько лагерей в этой поучаствовать. Это было бы, на мой взгляд, достаточно интересно, оригинально, вот сейчас надо понять технические вопросы. Михаил, у нас, к сожалению, закончилось на этом время. Ну, что же, я думаю, что в этом году дирекция сможет проявить себя во всей красе. Очень хочется верить. И будем стараться. Наверное, мы вернемся к вопросам эффективности, видимо, по окончанию этого сезона. Я напомню, что это было особое мнение Михаила Курашина, директора дирекции загородных лагерей. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. Всего доброго и до свидания. До свидания.